В Доме культуры города Гагра прошел конкурс парикмахерского мастерства «Мелодия красоты». Подробности смотрите далее. Подобного рода конкурс в нашем районе проводится впервые. Он был организован силами заместителя заведующей отделом экономики и прогнозирования администрации Гагрского района Магниты Трапш и корреспондентом газеты «Гагрский вестник» Надежды Тхагуш. Финансовую поддержку в проведении конкурса оказала администрация Гагрского района. Главной целью мероприятия являлось повышение парикмахерского мастерства, совершенствование профессионального мастерства, обмен опытом среди мастеров-парикмахеров, повышение престижа парикмахера, творческой активности, качества и культуры обслуживания населения и гостей нашего города в салонах красоты. Конкурс «Мелодия красоты» почтил своим присутствием глава администрации Гагрского района Григорий Еник. Также за конкурсом следили ведущие мастера-парикмахеры Абхазии и России, такие как победитель многочисленных конкурсов, трехкратный чемпион мира по парикмахерскому искусству, обладатель гран-при первых Олимпийских игр по парикмахерскому искусству, президент Академии красоты и учебного центра Григорий Кот, председатель Союза парикмахеров и косметологов Абхазии Илья Шевчук и многие другие. В красочном конкурсе приняли участие 9 салонов красоты города. Конкурс проходил в номинации «Женский парикмахер» по трем прическам – салонная стрижка и укладка, прическа на длинных волосах и свадебная прическа. Мастера-парикмахеры представили свои работы на суд зрителя и жюри, а музыкальные и танцевальные коллективы города выступили между номинациями. По результатам конкурса победителем стала мастер-парикмахер Аза Сарян, и ей вручили переходящий кубок. Как отмечают организаторы конкурса, он станет традиционным. По словам гостей, этот первый конкурс был проведен на высоком уровне. На самом деле, сегодня были подготовлены мастера, и сегодня меня удивило то, что участвует так много салонов красоты. Их было 8 салонов красоты, которые представляли прически, мейкап и одежду. Я считаю, что конкурс удался, и первый чемпионат просто прошел на ура. И я надеюсь, что на следующий год мы в Абхазии, в городе Гагра, проведем более профессиональный конкурс на международном уровне и приведем очень много участников в город Сочи. Ну а сегодня это был настоящий праздник красоты. Спасибо большое участникам, что они на самом деле подготовили это великолепное шоу. В этом году это был городской чемпионат, так как участвовали городские салоны. На следующий год мы постараемся сделать его на краевом уровне, на международном уровне и привести со всего мира, со всех стран участников именно в наш прекрасный город, город Гагра. Телевизионную версию конкурса «Мелодия красоты» смотрите в новогоднюю ночь на канале Гагрского телевидения.